октябрь 41-й прорвется к Москве, но ходу ему не дадут. На Сурско-Казанском речном рубеже люди возводят и идут. С рассвета до ночи работа кипит, за ЦОТом строится ЦОТ. Коль битва большая стране предстоит, каждый в шеренгу встает. Коль битва большая стране предстоит, каждый в шеренгу встает. Каждый, кто силы свои не жалел, себя не берег, тот герой. Был труд не напрасен и гордо олел малый кумач над страной. Народом чуваши слава и честь за подвиг большого труда. Мы помним, мы знаем, он был и он есть, и будет он с нами всегда. Мы помним, мы знаем, он был и он есть, и будет он с нами всегда.